приветствую всех, кто смотрит мои видео, приветствую всех подписчиков моего канала. Вот сейчас я нахожусь в немецком городе Хойсверда, Лаузис-центр, и здесь есть такой интересный, как павильончик, или как его назвать, в общем, продаются мотоциклы. Цвайрадхаус Мирих. Вот хочу вам показать мотоцикл, который у них есть. Почем они стоят? 650 кубиков. Мотоцикл 8000 евро. Вот такой он красавчик. Вот есть поменьше. 50 кубиков 4000. Ну, это практически как мопед. Тут есть аппараты посерьезнее, 125 сантиметров кубических, 350, стоят они, соответственно, почти 6 и 3700. Идем немножко дальше. Здесь есть несколько таких объектов, так сказать. Вот такой вот красавчик. Мотоциклы действительно выполнены в таком модерном стиле. 693 кубика. 7000 стоит. Просто так байки не заканчиваются. Вот 4400. Наверное, такой же и этот. Идем дальше. Вот такие под Harley Davidson. Вот такие ребята здесь часто ездят. 125 кубиков, 14 лошадиных сил, 4500. Дальше нас ждет интереснее. Квадроциклы. Квадроциклы фирмы Suzuki. Вот такой стоит 7500. 38 лошадиных сил. И вот такой помощнее, 58 лошадиных сил, стоит 9500. Вот такая рекламка, можно купить, можно посмотреть, что покупаешь. Вот такие аппараты. Такого защитного цвета. 58 ПС, 8750 евро. Я такие иногда встречаю на дорогах. Люди покупают, молодежь гоняет.